Всем привет, ребят. Ну что, поиграл я в Castle Clash 2, это вторая часть, многие не знают. Она недоступна во многих регионах, можно заходить через VPN-ку, ее скачивать, и потом нормально играть на своих аккаунтах. В общем, какое первое мнение от игры? Печальная графика. Но это мы играли с Нокса, я начал играть с планшета, и там немножко мнение мое поменялось по поводу графики. Намного интересней. По поводу доната. Игра заточена под донат, конкретно под донат, потому что без доната вам, ну, реально будет сложно пройти многие локации. Прокачки и випы. За випы я уже рассказал, показал отдельно. Что випы нереально упрощают, скажем так, всю игру. Бегать с випами намного проще. Героев покупать надо дофигища на прокачку. Сейчас я вам это тоже покажу. У меня есть один аккаунт, на котором мы вчера играли. Это этот гостевой аккаунт, который вы видите. Здесь у меня 20к силы уже. Есть другой аккаунт, на котором я играю больше. Ну, вчера вечером решил позадротить немножко. Сейчас вам это все покажу. Воюю тут с вами. В общем, есть несколько отличий от нашей Castle Clash. Первое, это то, что здесь герой использует скиллы. Вы можете ими управлять, когда хотите, он будет использовать. Это раз. Во-вторых, немножко другая, скажем так, разнообразие игры. Кооперативная игра, огромный мир. Это дружбу мне ребята кидают. О, видите, даже будильник сработал. Сейчас я вам отключу все и расскажу дальше, ребят. В общем, мое мнение вчера было такое, полная параша. Но поиграл я немножко, и что могу вам сказать? Игра действительно интересная. Интересная в каком плане? В плане того, что куча разных рейтингов, куча всего. Это здесь еще не открыто. Мы сейчас перейдем на другой аккаунт, где я вам немножко больше расскажу. Ну, этот мы вчера с вами качали, пытались пройти титулы. Я уже на другом маке попроходил это все. И скажу, что довольно-таки много решает VIP, который дает кучу бонусов. Он, естественно, очень дорогой. Вот эти вот бонусы красненькие, которые вы видите, это прибавочка. И там 10-й VIP, он уже намного больше дает возможностей, чем вот этот мой первый. Его можно будет получать бездоном, оно все будет качаться постепенно, скажем так, то есть никаких проблем с получением, с прокачкой, в принципе, нет. Герои собираются, героев можно выбивать, есть сундуки, видишь, типа сундук желания. Заходите в алтарь, вот здесь вот, и вы можете покупать их за самики. Вот взяли, купили и собрали, отсюда падает все, что хочешь. Осколки разные, то есть опыт для героев. По поводу донатных плюх. Вот здесь вот донатные плюхи, вот эти вот паки, они все покупаются, потом еще раз покупаются, еще раз покупаются. Поехали, сейчас вам покажу сразу же свой аккаунт, который я вчера уже после стрима начал развивать. На который меня действительно затянуло. Сейчас я залогинюсь. Очень неудобная логин процедура здесь. Приходится выходить с игры, скажем так, заново загружаться. Не знаю, надеюсь. Но они это все пофиксят, потому что игра еще сырая, то есть тени, все остальное. Ну, вы, в принципе, все вчера видели на стриме, когда я играл. Впечатления мои были, скажем так, не очень. В принципе, они немножко поменялись. Буду вам делать некие обзорчики. Гильдию я тоже создал. В общем, куча всего.
Сейчас вы все увидите. Уже, скажем так, на более прокачанном аккаунте. Расскажу, покажу вам. Есть волны. Это 7-й чаптер. Они открываются. Вот такой вот у меня уже здесь 5-й VIP. Такая силушка. Вот такие вот. Видишь, вот видите, заходите, открываете. Отсюда потом получаете топовые плюхи. Вот 82 еды. Еда нам нужна будет в массовых локациях на открытой карте. Скажем так, тут для фарма намного больше, мне кажется, будет. Так, видите, еще 7. И можно будет словить героя. Вот, давайте возьмем 10. Я вам сразу же покажу, как ловится здесь осколки героев, скины героев, то есть и все остальное. Пока многие ресурсы непонятно, для чего они. Вот у нас еще осталось 3. Вот, New Hero. То есть новый герой у меня уже есть. Рен. Вот так вот. Прикольненько, конечно, смотрятся анимашки. На большом экране оно немножко размыто, немножко печально, но... вот видите, я даже не это... Сейчас будет 100% дальше. Вам покажу сейчас очень многое еще. Вот, дупликейт. Ну, видите, дало 10 осколков. То есть по-разному дает. Бывает, можно вытащить нового героя, вытащить итемы для прокачки. То есть, все, что хочешь. Очень много ресурсов падает. Почему игра заточена конкретно под донат, я сейчас вам тоже покажу. Так, чтобы вы понимали. Так, отлично. Поехали в наш алтарь. Вот есть, например, у меня герой, вот уже прокачанный Астерион. Это, скажем так, своего рода Минотавр. По прокачке очень много всего, очень надо много итемов, как видите. Можно получить сундуков, там или с прочих, это уже 5-я звезда. У героев есть... куча активок, пассивок, то есть, которые влияют, скажем так, вот вы можете выбирать пассивка, которая дает дружественным юнитам дав 65%, то есть атакующий вариант, бонус, ну, скиллы, бонус скиллы, аура, пассивный милитари скилл, то есть тут он бонус дает дефа, на тактику, то есть War Tactician, то есть Increase Research Speed, ну, увеличивает скорость передвижения. Вот у меня уже есть скин, то есть можно получать скины и в зависимости, ну, то есть открывается с помощью вот этих вот итемов. Вот показывается, где их брать. Defeat Vagrants in the World, Mission to Attain This. То есть это общая карта, где надо воевать. А получается скин, вот видите, вот у меня уже есть второй скин на него, то есть такого плана. Это еще у нас не открыто, потому что надо дальше. Ну, то есть тут очень много для прокачки в плане героев. Ну, как бы оно с одной стороны очень даже интересно, я вам скажу так. Вот новый наш герой, сейчас мы посмотрим, что он делает. Вот, вот так вот выглядит это улучшение все. Дефа добавили. Скиллы его, то есть есть на пассивные скиллы, надо скроллы, ну, короче, дофига всего. Вот, смотрите, левел повышается, вот так берете, делаете там апгрейд. Вот мы его прокачали до 10 левела уже. То есть, соответственно, качается ваша сила. У меня уже вот друид Мерлин, очень обалденный герой, он бафает, как у наш друид, хилит. Очень круто смотрится, поэтому я его сейчас качаю в первую очередь. Пишите, что вы хотите, какие обзоры я вам буду записывать, показывать. В общем, есть что показывать, очень много интересного. Прохождение, видите, у меня уже 7-е, у меня уже открыто многое.
Так, забираем плюхи, которые есть. Ну, то есть плюх здесь дается за прохождение очень много. Ну, то есть, видите, это я все получаю за то, что я пооткрывал. Дофига. Скажем так. Построение. Ну, в общем, по плюхам здесь вопросов однозначно нет. Очень, очень много плюх дается. Но очень много непонятного еще. Сейчас я вам покажу. Есть волны. Я вам их тоже постараюсь заснять, показать. Так. По поводу доната поехали, показываю. Вот так вот выглядит, я показывал вам паки. Когда вы покупаете следующий пак, вот, например, прокачка, он уже становится намного дороже. То есть, видите, уже 148, то есть это уже свыше 100 баксов. Увеличивается количество осколков, гемов, соответственно, как видите. То есть, все для прокачки вашего героя. Некоторые даются только один раз. Некоторые есть вот как этот фри, это бесплатно, стамина и вишенки. Ежедневные паки тоже есть. Ну, в общем, куча всего. Дальше у меня открыт уже рейтинг, где я в мировом зачете бегаю и воюю с другими. То есть тут за каждый рейтинг вы будете получать определенные плюхи. Он еще не обновился. Ранг 10. Ну, то есть вы будете получать там какие-то бонусы специфические. Давайте так, подземки я вам показывал. Вот Invasion, это волны. Вот так вот волны выглядят. Так, это то, что можно забрать за прохождение волн. То есть еще дополнительные плюхи. То есть друида можно нормально прокачать. Он будет реально тащить. То есть вот так вот. За ранг вы получаете определенные плюхи. А вот я на третьем месте. Ну, то есть можно дальше проходить. Следующие открывать волны. Очень много интересного, скажем так. Все, пишите комменты, что вы дальше хотите увидеть. Буду вам постепенно это все показывать. По донату, конечно, игра очень донатная. Игра сырая, это бета-тест. Тут ничего удивительного. Будем дальше развиваться, качать силушку и трешевать, возможно. Возможно, забросим, посмотрим, как оно будет. Всем удачи, всем пока.